Добрый день, утро или вечер. Это Air News, с вами Студент ТВ и свежая подборка новостей. Полетели! Выжить в постапокалипсис? Давай на раз, два, три. А мы полетели. Презентация Центра студенческого телевидения. Учеба для всех и каждого. Фестиваль науки в Угату. Горящие глаза, жгучие сердца, их было не остановить. Да, они самые, первокурсники. 18 сентября на площади студгородка профбюро «Авиет» провело квест-игру «Давай на раз, два, три». Первым этапом была визитка. Команды соревновались в оригинальности, кто лучше представит свою группу. Ребята пели, танцевали и показывали сценки. После этого им предстояло пройти настоящее постапокалиптическое испытание. Целый ряд заданий на смекалку, ловкость и скорость. Собрав все ресурсы, каждая команда строила лестницу и забирала заветный флаг. Под конец торжества были вручены грамоты и все это дело завершили веселым танцем. Также такие мероприятия для первокурсников проводят не только профбюро «Авиет». Их можно увидеть и на других факультетах. Кто такие студенты вы и чем они вообще занимаются? Ответы на эти и другие вопросы были даны 19 сентября в 6-м кинозале УГАТУ. Центр студенческого телевидения провел презентацию. Что ты знаешь о Студент ТВ? Ну, то, что они снимают крутые видео. Что это крутая организация, которая освещает все наши мероприятия внутри УГАТУ. И ее смотрят не только УГАТУ, но и вообще по всей Уфе многие. Я знаю, что Студент ТВ организовалось очень давно. Это очень шикарно, это просто супер телевидение, которое я смотрю каждый раз. Кстати, в этом году вы стали намного больше делать видос, который мне нравится. Я пытаюсь это подмечать везде комментариями. То, что вы стали развиваться, и мне нравится, как вы поддерживаете мероприятия, как вы транслируете их в онлайн-режиме. Сколько человек нужно, чтобы снять и смонтировать сюжет? Все это, по сути, может сделать один, даже репортаж. Один человек может все это сделать. Ну, смотря какой сюжет. А сюжет какой? Как ты сейчас снимаешь или? Ну, три. Но есть оператор еще и монтажер, тогда два. Оператор, монтажер и корреспондент. Ну, наверное, еще сценарист, если какой-то крутой там. Но это может вообще сделать все один человек. Но так лучше 2-3. 4. Один снимает, другой монтирует, двое пишут сюжет. Что лучше, Full HD или 1080p? Сложный вопрос. Мне кажется, 4K. Ну, наверное, Full HD, нет? Full HD. Но Full HD не всех поддерживает, поэтому 1080p, наверное. Это одно и то же. Высокие технологии, счастливые молодые лица и наука в доступной форме. 22 сентября в 6-м корпусе УГАТУ любой желающий мог посетить фестиваль науки. Подробности в репортаже Ильи Королева. Может ли наука быть действительно захватывающей? Вполне! Сегодня, в День науки, наш университет решил показать самые интересные и необычные лаборатории. Любой желающий мог ознакомиться с историей вуза, своими глазами увидеть передовые разработки из мира науки, а также задать любой интересующий вопрос нашим студентам и преподавателям. Илья Королев, Оскар Каренов, Студент ТВ УГАТУ. На этом все, дорогой зритель. Подписывайся на наши страницы в социальных сетях, оценивай и комментируй. Увидимся через неделю, а также смотри УГАТУ. Change.